Дники с Луною играли, бегали и рисовали. Две милашки, две подружки веселят нас от души, дарят счастье, дарят радость. Вот такие малыши. Мы вас любим очень-очень. И хочу вам пожелать, не грустите, не болейте, ни о чем не сожалейте. Верьте в чудо и успех, и живите лучше всех. Луна, Ники, две подружки. Дерутся на подушках. Вот с такого начала, таким прекрасным стихотворением от Олечки, мы начинаем нашу рубрику «Поздравления». И огромнейшее спасибо, Ольга, за написание этих... Спасибо вам за все творчество, которое вы творите. Вы думаете, оно остается без внимания? Нет. Оно без внимания не остается. Я припасал это, знаете как? Я припасал это немножечко на то, чтобы провести прямой эфир и прям зачитывать. Думал, будет это сегодня, но, к сожалению, у нас есть маленькие изменения. Сегодня не получится провести эфир. Я думаю, мы сообщим об этом дополнительно, когда этот эфир будет. И там мы порадуем большим объемом творчества наших подписчиков. Поэтому вот... Пока примите, Ольга, благодарность. Спасибо вам огромное. И да, вы не ошиблись. Вы находитесь в рубрике «Поздравления» от вот этих вот девчонок, которые, как Ольга написала, бегают, играют там. Оставь, карман оставь. Ты посмотри на эту. Еще будешь с ней, если общаться, будешь вот так дружить, я не знаю, что сделаю. Научилась я тоже от Луны. Ну, а пока вам всем привет от вот этой вот. Сейчас, как я тебе задам по одному месту. От вот этой вот разбойницы взрослой Ники, от Луны. Ага, она должна была ее все равно. Луна должна была ее достать. Так что Луна себя в обиду не дает. Не переживайте никто. И это, если бы не нравилось, она туда бы не лезла. Кстати, пока не стал поздравлять, вы знаете, у них... Совсем другая чувствительность кожи. Ники, иди сюда. Иди. То есть, вот, если бы человеку вот так за волосы взяли, он бы уже орал. А ей наоборот в кайф. Смотрите, она даже убегать не будет. Просто из-за того, что сейчас она... Да. Сделай тебе массаж. Давай, как мы умеем сделать массаж. Давай, как тебе. Вот. Ну, что ты выключаешь? Всем большой-большой привет. Ну и что-то мы отвлеклись, да. И давайте все же поздравим, наверное, всех тех, кто нас ждет. А ждут у нас поздравления сегодня от вот этих маленьких девчонок. Ждут, знаете кто? Папа Валера полез за своими шпаргалками, которые он наделал сегодня очень много. И хотели бы мы поздравить, нам написала Оксана Корвелиене, если я правильно понимаю, что у нее сегодня с супругом в один день рождения. Оксана, пытались от вас получить обратную связь, как зовут супруга, откуда вы и все такое, но это важно, но все равно мы вас поздравим. Поздравим от души, потому что мы знаем, что это за праздник. Я лично на себе знаю, что это за праздник, когда у тебя вместе со второй твоей половиной день рождения в один день. Это, да, понятно, что радость, это наполнение, но это еще какая-то двойная радость. Это особенный день, когда ты понимаешь, что этот день важен не только для тебя, но с тобой рядом твой любимый человек, у которого также сегодня особенный праздник. И когда ты понимаешь, что как-то вот так вот Вселенная сделала, что этот праздник для обоих одинаков и обоих соединил в одно целое, оно вдвойне как-то еще становится радостнее. Оксана, с днем рождения вас! С днем рождения вас и вашего супруга поздравляю! Я говорю, почему я знаю, потому что у меня и у мамы Марины, как вы ее привыкли называть, тоже в один день рождения. Ну, до него еще далеко, он зимой, только недавно вроде бы как был. Поэтому примите от нас искренние поздравления от наших девчонок вот этих вот. И желаем вам, чтобы сегодня вы провели этот день, чтобы он был незабываемый, с наслаждением. Да, естественно, счастья и здоровья мы вам пожелаем и всех-всех благ.
Ага, одна сюда спряталась, другая туда. И кого я должен снимать? Как это происходит? Объясните мне, пожалуйста, вот как это сделать? С днем рождения, Оксана и ее супруг. С днем рождения. А девочка у нас есть сегодня тоже. Амирова Ляйля. Вот так вот написано. Ляйля. С днем рождения вас поздравляем. Я так понимаю, что... Ну, вы написали это. Нет, у нас правило, да, есть. Мы не говорим возраст девочек наших. Счастья, здоровья вам, Ляйля. Я вам пожелаю, знаете, еще долгие-долгие годы получать от нас поздравления. И чтобы с каждым годом мы больше получали информации о вас. Так как заглянули, поискали, но ничего, к сожалению, не нашли о вас. Примите искренне. Искренние поздравления. И да, здоровье, здоровье, чтобы вас также окружали люди, с которыми вам всегда будет приятно провести время. Чтобы они несли до вас только радость и позитив. Как окружают еще следующую нашу девочку, и это Нина Яблонская, у которой сегодня тоже день рождения. И я откуда знаю, что ее окружают прекраснейшие люди, по той причине, что завтра вы еще раз услышите это имя, про Нину Яблонскую, но немножечко в другом ракурсе. И говорят заранее, не поздравляют, но маленькую завесу тайны открою, почему вы услышите. Да потому что у ее подруги завтра день рождения. А знаете, что я понял за свою жизнь? Что когда у тебя большое сердце, и я не устану об этом говорить, широкая душа, когда ты... Человек с большой буквы, то тебя всегда окружают порядочные люди. И эти люди для тебя становятся настолько ценными, что ты также проявляешь заботу по отношению к ним. И такая девочка сегодня у нас, Нина Яблонская, с днем рождения вас, которая проживает в Днепре, городе Днепре. И она из Украины. Поздравляем вас, Нина, поздравляем. И у нас недавно тоже было, в первых числах, там у двух подружек тоже день рождения было. Я им пожелал, чтобы они как-то так немножечко сдерживающе встречали первый день рождения, потом второй. И вам тоже пожелаю, чтобы завтра вы в состоянии были услышать наши поздравления вашей подруги. Ну вот как-то так. Счастья, здоровья пожелаем. Здоровья, здоровья, здоровья. И... Я не устану также говорить, чтобы вы просыпались и чтобы вы вставали в полном покое, в той тишине, которая заложена природой. Счастья и здоровья вам, и достатка, и меньше переживаний. Нина. Так, и мы еще кого хотим поздравить? Мы хотим поздравить Танюшу, которая Татьянка 0704. И как я понимаю, если я ошибусь, вы меня поправьте, потом напишите. Нет, я не из Новосибирска, я из другого города. Но пока мы знаем, что вы из Новосибирска. Не написали нам, когда, откуда вы, не дали больше информации, тогда просто принимайте поздравления от души, от большой прекраснейшей, по раскрашенной душе. Знаете такую песню? Да, вот, не буду рекламировать, кто поет, но поздравляем вас, Танюшка. Танюша, извините. Танюша, и мы видели, как вы поете «С днем рождения меня», «С днем рождения». Вот прикольно получилось. Но я вам желаю, чтобы сегодня вас окружили многие-многие голоса, которые споют вам песенку «С днем рождения тебя», «С днем рождения тебя», «С днем рождения поздравляем», «С днем рождения Танюша». Вот так вот, чтобы они спели, и вам было приятно, чтобы эти голоса были настолько вам умилительны, чтобы вы возрадовались, чтобы вас порхали, чтобы вас наполнило просто, я не знаю, буря эмоций. Естественно, мы пожелаем вам счастья, здоровья, и я понимаю, что у вас есть права, да? Тогда ни гвоздя, ни жезла вам, как желают автомобилистам. Счастья, здоровья, любви и бурного эмоционального заряда. Позитивного, естественно. Вот такие у нас поздравления. Вот такое у нас сегодня видео. И пока мы перейдем к событиям дня, которые у нас есть, я бы хотел еще немножечко... Девчонки, вот тут мы готовились. Вы сейчас должны это показать.
Во-первых, поблагодарить вас всех. Во-первых. Поблагодарить вас за ваше участие в нашей жизни. Я это уже делал и еще раз много раз буду делать. Если вы устали от этого слышать, вот когда я буду говорить, я благодарю вас всех, можете ставить на silent, чтобы не слушать меня, ну и все такое. А пока я вас поблагодарю за ваше отношение к нашей семье, за ваши комментарии. Спасибо всем огромнейшее. А еще больше, во-вторых, я поблагодарю вас за ваш труд, который вы проявляете через написание ваших прекраснейших посланий. И у нас недавно мы писали юмор. И я не мог это не прочитать, потому что мне кажется, девчонки вас сейчас развеселят, и вы будете довольны этим. А про юмор знаете, что Людочка наша написала? Она тоже приложила. И неоднократно к тому же. Я ей поэтому сказал, я хочу сделать эфир, в котором я прочту все ваши прекрасные стихотворения. А пока слушайте это. Юмор – это добродушный смех, радость и счастливые улыбки. Юмор – состояние души и умение смеяться без запинки. Юмор – это острота словца и умение смеяться над собою. Это интеллекта высота. Юмор – все веселое, смешное. Вот мы пожелаем вам, чтобы вы зарядились сейчас этим добродушием, добротой и улыбнуло это вас. Этот выпуск, как минимум, чтобы вы реально повеселились. А мы постараемся как-нибудь поюморить, если это у меня получится сегодня. Ну, как минимум, у наших девчонок это получится. Что случилось? На мне не играем. Мы договорились, что вы на мне не дерете. Я тебе знаю, что сделаю. Вы видели, это не я был. Ну, это репетиция была, на самом деле, за кадром. Сейчас она это исполнила, ну и все такое. Но что-то пошло не по плану. Здесь должно было ха-ха-ха-ха-ха быть. А ты просто взяла и убежала. Мы же тренировались. Как это интересно. В прыжке такого я еще не видел. Вот, мальчики, девочки. Ой, вот никак не хочется с вами прощаться. Никак. И, естественно, я не попрощаюсь, пока не поздравлю всех, кому этот праздник близок, с Благовещением Пресвятой Богородицы. И это Благовещение для многих людей изменило их жизнь. Я отношусь вообще к религиозным праздникам очень серьезно, поэтому шутки в сторону, как говорится, это всерьез. Мальчики, девочки, кто отмечает этот праздник, я хочу вас поздравить с благой вестью, та, которая донеслась. Сколько у нас получается? 2024 года назад, когда ангел Гавриил явился к Деве Марии и сказал, что она зачала и родит Спасителя. Возможно, у нее такая же реакция была, я не знаю. Возможно. Но это благовещение, эта благая весть, она изменила жизнь миллионов людей. Примите наши поздравления с этим праздником. С праздником вас, дорогие. Все, кто принимает этот праздник. Ну, что вам пожелать еще? Что вам рассказать, кроме этого события в этом дне? Сегодня Всемирный день здоровья, и мы пожелаем вам всем здоровья. Здорового здоровья, чтобы никто из вас не хворал, не болел, чтобы все были здоровы. Дай, ты вот это вот сейчас закрутишься и навернешься. Все, лезь. Не снимай. Все, молодец. Прятки продолжаются. Будьте здоровы, наши уважаемые зрители, наши любимые подписчики, наша душевная, духовная семья. Вы знаете, как мне приятно? Мне обалденно приятно. Недавно мы поздравляли Марину с Африки, а ей пишут в комментариях, наша Джуля Джан пишет, «Привет, Сорточала!» Вот так она и написала. Я даже акцент услышал. Потому что это было написано с любовью. А когда у нас в комментариях люди друг с другом знакомятся, когда эфиры были в ТикТоке, там вообще жара стояла. Когда, а ты с какого района? Неважно какого города, потому что у нас находились люди, которые, я знаю, потом в дальнейшем продолжали общение. И это просто наслаждение. Так, что-то меня понесло, я делюсь с вами своими эмоциями такими, которые меня сегодня переполняют.
Здоровья, мальчики, девочки, всем-всем-всем вам здоровья. И, может быть, знаете, почему у меня переполняют эмоции еще? Потому что сегодня, знаете, какое интересное событие? Сегодня день подвига. И меня тянет на подвиги, естественно, на какие-то. И хочу с вами этим, естественно, поделиться. И также пожелаю каждому из вас сегодня совершить какой-нибудь подвиг. Не обязательно это будет подвиг, чтобы, я не знаю, там полететь, завоевать Марс, там, заселить Венеру, или же там в кольца Сатурна просто закрытыми глазами шагнуть. Да, это я не знаю, подвиг или отчаяние. Но совершите хоть маленький подвиг. Пусть даже если он будет связан с какими-то маленькими вашими страхами, или же какими-то, не хочется говорить о таких нехороших вещах, как блоки и все такое, но даже переборов страх или отказавшись от какого-нибудь блока, вы станете, во-первых, здоровее, счастливее и совершите огромнейший подвиг. Ну вот такие у нас события, да, там есть еще много событий сегодня, там интересных и все такое, но на этом хотелось бы заострить внимание. И так как мы призываем к такому смелому шагу, также пусть для того, кто не знает, как совершить подвиг, но кто смотрит нас, подвигом для вас сегодня будет поставить как минимум лайк нам и написать слово «подвиг», которое мы, естественно, в конце месяца просто превратим в какую-нибудь или стих, или поэму. Вот как-то вот так вот. Вот. А на сегодня что сказать? На сегодня сказать, что всем-всем пожелаем, кто еще, кого мы не поздравили, но у кого сегодня день рождения, кто нам не написал, вернее, мы пожелаем вам здоровья, счастья и любви. Мы пожелаем вам всего самого наилучшего, всех благ, и чтобы осуществились все ваши тайные желания, которые самые сокровенные, даже не, вот так вот лучше будет произнесено. И у кого сегодня именины, также с праздником имени вашего. Мальчики, девочки, каждая душа, пришедшая на этот свет, сделала этот мир прекрасней. Ой, ну выгоните меня уже, пожалуйста, отсюда. Скажи, все, ты нам надоел, давай уходи и все такое, соверши подвиг, нажми на кнопку. Получишь результат на кнопку, которая выключает камеру. Вот для меня, наверное, каждый день это подвигом является. Прощаться с вами. Ой, еще раз попрошу Алексея Петрова выйти на связь. Алексей Петров, мы вас ждем. Мне неудобно на самом деле, но может это так должно происходить. У нас заканчивается священный праздник Рамадан, наступит Ид несколько дней. И давайте так, пусть хотя бы обратную связь дайте нам, пожалуйста, нужно вам это, не нужно. Потому что я говорил, удобно поехать сразу, сделать за одну поездку, сделать все, потому что, ну, как бы не близко от нас находится, у нас частный сектор, немного надо ехать, двигаться и все такое. Мы ждали от вас, чтобы Елену не задерживать. А тут, получается, я сказал, что это будет понедельник, вторник, но может это будет чуть позже, потому что начинается Ид, и все у нас будут праздновать окончание Рамадана, этого священного праздника. Поэтому не задерживайте, пожалуйста, хотя бы, чтобы когда он закончился, чтобы я уже выслал вам эти картины. Если они вам нужны, конечно. Вот эти вам нужны. Так, все, мальчики, девочки, что-то я тоже заговорился. Кстати, относительно видео с камеры, я думаю, она появится сегодня дополнительно в рубрике «Око любви». Там все же кто-то вот... Враг душ человеческих не хочет, чтобы вы наслаждались, потому что есть какие-то проблемы с ней, не могу пока разобраться. Вот. Есть проблемы, не все подряд записывает. И есть не очень хорошее качественное видео, которое не хотелось бы выставлять. Вот, ну вроде бы все сказал, все сделал. Ну на этом пока-пока все. Я делаю этот подвиг, выключаюсь. Нет, давайте так. Это будет супер подвиг, если вы меня сейчас вообще свалите. Всем пока-пока.
наконец-то я это сделал. Приму решение, я имею в виду. Тебе хорошо? Тебе приятно? Так. Вот ты объясни мне, пожалуйста, ты кто? Вот ты кто? Объясни мне, пожалуйста. Чего ты к ней лезешь? Можешь объяснить? Тебе это нравится, что ли? Конечно, нравится. Они играются. Мне надо же ответку дать. А так будет неинтересно. Скажи всем пока. Пока-пока. Всем пока-пока.